А вы знаете, что такое паллиатив? Нет, это не просто длинное умное слово, цитированием которого можно смело похвастаться перед друзьями. Это еще и название новой уфимской музыкальной группы. Команда называется «Паллиатив». То есть было много вариантов названий. Там, если вот сейчас вспомнить, были какие-то банальные там названия. «Оскал», там, «Фундамент», всякие там, такие всякие банальные идеи. А потом, то есть, решили назвать «Паллиатив». У меня есть такая привычка, толковый словарь у меня есть толстый, я наугад его открываю и начинаю читать. Совершенно случайно я обнаружил там вот это слово «паллиатив». То есть это в большей степени, конечно, медицинский термин, ну, который обозначает лекарство, которое дает временное облегчение. И в больницах есть паллиативное отделение. Вот. Ну, мы применяем как бы не только как медицинский термин, а вообще применим к жизни. Писать песни и дарить их людям – вот первоочередная цель любой команды. Тексты произведений коллектива «Паллиатив» просты и понятны. В них затрагиваются темы жизни, смерти и любви. Мы не собираемся никого никак лечить, мы просто хотим как бы показать то, что мы видим в этой жизни, потому что все наши тексты, они живые на 100%, основаны на реальности, то есть все до единого. Несмотря на то, что эта группа еще пока не выступала на крупных городских мероприятиях, опытные музыканты уже успели оценить ее по достоинству. И музыка разноплановая, и тексты интересные. Хотя много мрачного в их текстах. Но это и вся жизнь в этом, что не все так прекрасно. Ребята из «Года змеи» решили поддержать начинающие таланты и сейчас помогают им записать первый сольный альбом. Но они, в отличие от многих молодых команд, вот сейчас вот я замечаю, они ребята современные, еще не умеют играть, начинает какой-то пафос у них, понты никому не нужны, а эти ребята как бы уже прошли какую-то школу жизни, поэтому у них нет вот этого, и поэтому они много добьются. По секрету скажу, осенью хотим еще новый диск, и вот хотели бы их, чтобы они исполнили несколько песен. Мне кажется, это народу будет интересно, потому что музычка достойная. Кстати, у команды «Паллиатив» уже есть свой собственный клип. А вскоре ребята обещают порадовать нас с вами самым настоящим живым концертом. У нас нет такого, чтобы прям там сразу Питер, там Москва, там насчет этого загоняться. А живем, мы, как говорится, родились и живем в Уфе, и поэтому пускай это будет Уфа. Вот так появился новый музыкальный коллектив, и это сделано в Уфе.